Добрый день, Полтава. С вами я, Александр Демидович. Сегодня я хочу вам показать и рассказать небольшую историю. Ко мне довольно часто обращаются люди по телефону, при встречах, в соцсетях о помощи в том или ином вопросе. Сегодня я хочу показать один случай. Я не говорю, что это победа или что-то там. Ко мне обратились в соцсетях жильцы квартала по улице Небесной Сотни 104, 102, 108. У них повально были заросли травы, и в основном это была амброзия. Много людей страдает аллергией, и они начинали переживать, что при цветении будет, ну, будет плохо. Я обратился посредством соцсетей к Алексею Григорьевичу Чепурко, и что удивительно, в течение суток вопрос был решен. Радует то, что власти нас слышат. Радует то, что даже в таких мелочах принимаются меры. Это хорошо. И все эти вещи надо не забывать, когда мы будем в очередной раз идти на избирательные участки. Потому что, но, к сожалению, мне как блогеру пришлось решать эту проблему, обращаться к людям. Почему так происходит, непонятно. Почему нужно, чтобы второе лицо в городе, да, Алексей Григорьевич является заместителем мэра по вопросам ЖКХ, ему приходится решать вот такой вот вопрос. Но тем не менее, вопрос решен. Спасибо властям, спасибо тем косарям, которые косились здесь. Спасибо, что дело сделано. Сейчас я вам покажу, что произошло. К сожалению, саму проблему изначально я не отснял, но тем не менее. Вот я вижу здесь во дворе, в частности, явно свежий покос. Все скошено, убрано. Сейчас еще пройдемся, посмотрим, где-то. Что ну, есть. Здесь тоже скошено. Жильцы звонили, благодарили. Что удивительно, ни одной партии здесь не было, флагов не было. Просто сделали работу и все. И никакого пиара. Удачи, Полтава. Всем здоровья.